Что, боитесь меня? Да, боитесь, я скоро вас тоже съем. Ты захотел купить игру? Остановись! В моем магазине ты можешь купить ее гораздо-гораздо дешевле. Цены на экране, а ссылочка на магазин в описании. Всем бурдюк, с вами Глюк, друзья. Добро пожаловать в съедобную планету. Мы сегодня будем пожирать вот эти все объекты искусства, кошек, динозавров и даже людей. И добро пожаловать тут, собственно, два режима. Я даже и не знаю. Давайте казуальный. О, глазки, глазки, глазки. Выбрать уровень. Уровень первый. Играть. Я... получилось, я создал машину времени. Доктор, вы гений. Эй, что это? Ну, понимаете, я экспериментировал с наночастицами и создал вот это. Я назвал его глазастиком. Он ест все, что меньше его по размеру. Опасное существо, должен сказать. Думаю, его стоит держать заперти. Да ты голоден, дружок, держи конфету. Никто не должен кормить это существо. Нет! Воспользуйтесь. О, конфетки. Ребят, меня кормят. Я, знаете ли, люблю, когда меня кормят. А когда не кормят, я не люблю. Ням, 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 ням. Так, зеленая конфета, красная конфета. Лягушка, я тебя тоже сожру. Очень скоро сожру. Если ты думаешь, что я не доберусь до тебя, то ты нагло ошибаешься. Вот это... О, да! Я и лягушек могу жрать теперь. Как я обожаю жрать лягушек, вы не представляете. О, это была батарейка. Я сожрал батарейку, серьезно? А это не вредно для желудка, разве? Две лягушки, две батарейки съел. Ну, нормально, ладно. Давайте играть в следующий раунд. Стрелка указывает на самый большой объект, который можно съесть. Ням. Ням. Ха-ха, меня ты не съешь. На тебе, я тебе по роже сейчас надаю. А, не, подождите. А, она от меня отжирает куски, вы гляньте. Прожорливая крыса. Ну, подожди, я до тебя доберусь. Я вот сейчас вот это все съем. И ты у меня попляшешь. Блин, какая чувствительная мышка-то, а? Когда я уже смогу съесть... О, да, лягушка, обожаю тебя. О, еще одна лягушка. О, какая-то хрень. Еще лягушка. Нет, ты меня не съешь. Ах, ты ж козлина, все-таки укусила. Ном-ном-ном-ном-ном. Ха-ха, батарейка, я сейчас как заряжусь. Буду как настоящий Пикачу. Ай, блин, опять укусил, зараза, а? Да что ж такое-то, крысы сплошные тут ходят и ходят. Ням. О, блин, гаечные ключи, чашки Петри, ох. Жизнь хороша, когда есть что пожрать не спеша. Не убежишь от меня. Стой, крыса. Да. Все съем. Все, съем, один останусь. Стой, не убежишь. О, мяско, протеинчик, белочек. Ням, ням, ням. Ням, 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 ням. Все? Так быстро? Я прошел так быстро этот раунд? Ну ладно. Будьте внимательны, вокруг вас большие объекты. Некоторые из них могут причинить вред, если дотронуться до вас. Ням. Пока что мы будем поедать мышей. Как вообще эти создатели меня не офигели вообще? От того, что я уже размером больше, чем мышь. Кошка, кошка, кошка. Кошка меня не догонит. Нас не догонят. Ями, горелку сожрала. Отлично, газовую горелку вместе с газом. Красава, чё. Слушай, тебе желудок будет болеть, если он у тебя вообще есть. Ух, тварюк какая. Ать, ать.
Мне бы еще машину времени сожрать, вот это было бы круто, да. Жрать машину времени. О, а тут что-нибудь есть? Нет, тут ничего нет. Кто тут еще? Что еще тут может съесть, а? А? Вкусняшка. А, кошак меня, от меня кусок откусил, ты глянь, а. Тетрадка. Кошка, иди сюда. Двоих котов сожрал. Даже в шаверму не завернул, представляете? Даже шаверму мне не надо, чтобы сожрать кота. Иди сюда, я тебе за место лаваша буду. Все, пройдено. Пройдено, ребятки. Че, еще один? Ну давайте. Эта машина времени выглядит так аппетитно. Если подрастет, то сможете ее съесть. О, я хочу съесть машину времени. О, короче, мы теперь с самого маленького размера до самого большого будем расти. Еще разочек, давай. Сначала просто конфеты. Слушай, он такой типа это. Надо конфету ему дать, ага. Офигеть, блин. Он не просто мне одну конфету дал, он мне просто рассыпал всю пачку, по-моему, по столу. Подожди, подожди, я сейчас отожрусь и как покажу вам, кто здесь настоящий злодеюшка. Хе-хе, мой, я вырос. Лягушку могу сожрать. Я счастлив. И считайте, что я... Мужик, ты что там смотришь? Ты что там смотришь на меня? Я сожру и тебя скоро. А, блин, крысу не могу съесть. Ну что за такое вот это вот? О, вот это еда. Да, вот это я понимаю. Порядочек, да. Уже и крыс могу сожрать спокойно. Так, что тут еще? Вот это все сожрем. Слушайте, я просто маленький трактор. Я все на своем пути сношу. Мне уже не важно, что жрать. Металл, стекло, биологических организмов всяких, батарейки. Скоро и до людей доберусь. Что, боитесь меня? Да, боитесь, я скоро вас тоже съем. Куда вы сматываетесь, а? Куда вы претесь? Слышь, пинат меня еще... Ах ты, козлина, столеросовая, взял меня, отпинал. Ну, подожди, подожди. Ну, я сейчас выберусь отсюда. Я сейчас нажрусь и выберусь тут. Всех вас съем, всех вас порешу. Слушай, у них тут по лаборатории бегают эти мыши. Ты представляешь, короче, мыши бегают просто по лаборатории. Это каким бесхозяйственным надо быть, чтобы мыши бегали по лаборатории? Так, кота сожрать. Микроскопы, оборудование, все съедаем. Так, вот это я пока съесть не могу, машину времени, но это скоро мы сделаем. С помощью машины времени они могли бы спастись. И вот это может быть опасно. Если они отправятся в прошлое и уничтожат меня в зародыше, то это будет ужасно. Мяу, я кота сожрал. Мяу. О, все, машина времени уничтожена. Он съел мою машину времени. Фу. Где он? Частицы хронотонов в машине времени вызвали временную воронку. Что? Глазастик отправился в прошлое, а в это время 65 миллионов лет до нашей эры. Фу. Появился такой, фу, какая мерзость. Ну что ж, ребятки, я думаю, на этом мы пока что будем заканчивать. Если вам понравилась игрушечка, поставьте кучу лойсиков. Если на этом видео будет много просмотров, мы с вами продолжим проходить ту интересную и замечательную игрушечку и пожирать все, что только видим. Я очень прожорлив. Я обожаю пожирать все, что только вижу. И в реале, и в виртуальном пространстве. Вот. Ну а с вами был Глюк. Всем бобра, друзьяшки. Тебе, братан, ответ простой. Зачем здесь лайк оставить свой? Оставь, чтобы быть по жизни крут. Грести по жизни лучший лук. Возьми курсор, идуй за мной. Мы будем вместе за чертой. Средь байтов лучшего ютуба на свет идет. Таков путь Глюка.